подумать только. И это мой бывший солдат. Ты будешь служить мне и дальше, в рабском ошейнике, когда я займу законное место повелителя этого мира. Глупо даже думать о том, чтобы пойти против меня. Эти земли мои. Я уже победил. История ничему вас не учит. Твоя жизнь кончена. Щит принадлежит мне. Очень хорошо, дитя мое. Тебе было суждено появиться здесь в этот час, и я рад, что мои ожидания оправдались. Этот мир будет обязан тебе своим возрождением. Твоя миссия окончена. Щит принадлежит мне. Можешь от... Не могу. Он выполняет приказы своего хозяина. И этот хозяин — Фолдис. Боюсь, я не тот, за кого себя выдавал, друг мой. Увы, мои цели и методы очень трудно. Хе, Азунитов постоянно. Да, наконец-то. Может быть. Все кончено.
Что ты такое говоришь? Это ты все подстроил? Я же сказал, мои цели и методы трудно объяснить. Валдис, срок твоего правления окончен. Эта эпоха не твоя и никогда не была твоей. Она моя с самого начала. Это моя эпоха. Что ты сделал с моим мечом? Отвечай же, дурак. Подчиняйся приказу воплощения Зарамота. Идиот. Это я вложил эту идею в твою дурную башку. Это я привел тебя на поле боя, чтобы ты нашел меч. Ты воплощение Зарамота? Что за чушь? Я убью тебя. Голыми руками предушил. Я Зарамот. Мои видения не могли лгать. Ты видел только то, что я позволял тебе видеть. Ты просто пешка в моей игре. Теперь ты мне уже не нужен. Друг мой, убей-ка этого самозванца. Теперь ты можешь это сделать. Ты... Все это из-за тебя. Умри! Нет, не убьешь. Я узнал это после тысячи лет исследований. И по этой же причине я не смогу убить тебя. Ни здесь, ни сейчас. Мы с тобой сохраняем равновесие. Если баланс нарушится, мир, конечно же, будет уничтожен. Причем безвозвратно. Ты принадлежишь к избранным. Странно, что ты никак не можешь этого понять. Это не важно.
Чтобы моя мощь вернулась в полной мере, эпоха должна завершиться. Важно лишь то, что меч и щит встретились. И конец времен возвестит о начале новой... Началось! Я чувствую это! Моя судьба решена! Твоя судьба ждет тебя за этим порталом! Прощай, дитя Асуная! Мы еще встретимся, когда придет время! После гибели Волдиса древняя крепость Пик Зарамота была разрушена. Новый катаклизм оказался таким сильным, что пострадало каждое дерево, каждая пещера, каждое поселение. Страдающие души вырвались из магических лей-линий и освободились от пут. И когда дрогнули горы, звезды сдвинулись с места и изменили свои орбиты. Так завершилась вторая эпоха встречи щита и меча.